Взяла тачку, чтобы больше влезла. Он такой небольшой, но вроде как компактненький такой. И есть все. Все, что не пожелаешь. Кстати, папайя индийская. Ну, не такая уж и дешевая, как бы мне хотелось. И не такая уж и, уж и желтенькая. Так, извиняюсь. Может, эту? Ну, как я ее донесу? Большая. Или эту? Она уже подгнившая чуть-чуть. Или эту? Не знаю. Здесь даже есть красные бананы. Такие. Мягонькие уже. Ну, так, цитрусовые. Яблочек бы я взяла бы. И арбузика бы, и дыньки. Уф, я уже голодная. Я уже голодная. И виноградика что-либо. А из этих бананов чипсы делают. Они такие, как вроде бы расплюснутые. Жесткая кожура. Видела, ребята. Но такого еще не видела. За $35 масло фисташковое. 250 грамм. Ладно, касторовое. Ладно, льняное. У нас фисташек. Даже есть камбуча. Это чайный гриб. Ребята, напиток чайного гриба. У меня когда-то он был. И я его выбросила. А теперь смотри, как дорого это все. Маленькая баночка. Ах, знала бы, выбрасывала. Скупилась на радостях. Стала передохнуть. Аж плечо заболело. Такая тяжелая сумка, а здесь цикады. Слышите, как орут. Как громко. Ну что, шла еще по светлу, а возвращаться буду уже. Ну, благо здесь недалеко. Видите, как по сумеркам. Сумерки. Стоять под деревьями нежелательно. Ну что, поехали. Нагреблась. Что значит? Нельзя. Не делайте моих ошибок. Смотри, как скрикочет. Не ходите в магазин голодными. Я была очень голодная. Я и сейчас голодная. Не одна я любопытная. Глянь, рыбки. Маленькие. Маленькие, но есть. Он хочет играть, а хозяин его прям за поводок тянет домой. Ой, насмотришься, сразу собачку хочется. Кошечку хочется. Что ли, завести к себе? Ой. А за ними же уход надо. А время? Я даже их не знаю. Как звать по масти всех-то собачек. Я не любитель собачек. Вот по кошечкам я, да. А видишь, котейка сидит беленький. Здесь они ладят очень хорошо с друг другом. Не огрызаются. Спокойно. Он даже не пошевелился. Пес-барбос пробежал мимо. Он даже не повел ухом. Сфинкс. Да? Не дал мне пройти, не дал. Ну что, у меня есть гребешок. Ты будешь ломать? Свеженький. Ну на. Я сама такая, чтоб свеженький. Кстати, его едят сырым. Ой, куда потерял? Достал? Нормально? Вот такой, мне кажется, одного. Ой, он такой. Ой, такой. Ой, он очень вкусный. Передать не могу, какой он вкусный гребешок. Подсветочку включила, потому что не видно. На. Смотри-ка.
Я вообще к крышам равнодушна. Я не знаю, как он меня пробил. Я надеюсь, ты целый не съешь, я еще кому-то повезет, а? Как-то так они сильно дороговато для вас будут, ну, как лакомство, как деликатесик. Почему бы нет? Ладно, не обидишься, я дам другому еще котику, поделюсь. Ладно? На. На, кушай. Осталось половинку. Нет, даже четвертинку. Другому котику дам. После такого урагана, ребята, смотрите, что скинуло с дерева. Мы как-то их называли в детстве. Тарахтушка. Точно. Какие агрессивные. Нет, ты уже свое съела. Дай мне поиграться. Тарахтушка. Слышите? Здесь семена. Палочки семена. Смотри, какие семена. Ой, дебелые. Прям как пробки. Прям точно пробки. Слушайте. Прям пробка. Интересная вещь. Возьму-ка я себе. Просто так. Вот тут, ребята, сбой в программе. Значит, Феликс дала ему кусочек. Он лысь-лысь. И все. Смотри. И отказывается есть. А вот этот рыжий, смотри, он съел свой кусочек. На. Это же вкусно. Феликс не будет, переешь все. Ну все. Раздала. Феликс, какой вы парень. Ну, извиняйте. Другой вкусняхи нет.